Всем приветик! Сегодня для вас я записываю очередную тренировку, которую вы можете делать самостоятельно дома. И начинаю я тренировку с простого шага на месте. Как всегда, не забывайте размяться перед тренировкой. Это очень важно. Шагая на месте, я примерно на протяжении секунд 30, затем я перехожу к следующему упражнению. Это будет бег на месте с высоким подниманием колена. И я делаю это на протяжении минуты. Затем я перехожу к следующему упражнению. Это будет отведение ноги в сторону и разведение рук в стороны. Как вы видите это на видео. Сначала я делаю 20 раз на одну сторону, на одну ногу, затем меняю и делаю 20 раз на другую. Советую сделать как минимум 2 подхода по 20 раз на каждую сторону. Следующее упражнение – это подъем колена к груди, при этом корпус я наклоняю немного вперед и как бы что-то натягиваю на колено. Я советую также сделать 2 подхода или 3 подхода по 15-20 раз на каждую сторону. Затем я делаю jumping jack и я делаю 50 раз. Следующее упражнение – это приседание с отведением ноги в сторону. Я делаю 3 приседания, затем я отвожу ногу в сторону. При выполнении этого упражнения работают мышцы бедер и ягодиц. Я очень люблю это упражнение, оно мне очень нравится. Я делаю максимальное количество раз, которое я могу сделать за один подход. Если вы хотите, вы можете разбить на несколько подходов. И считайте 3 приседания как один раз. То есть делаем 3 приседания, отводим ногу в сторону, это будет один раз. И вы можете сделать 3 подхода по 20 раз, например, или 15, в зависимости от того, как вы себя чувствуете и как вам удобней. Следующее упражнение, которое вы уже знаете, это будет нанесение ударов руками снизу вверх. Я делаю это на протяжении минуты. Я делаю 2 подхода по минуте. Между подходами я шагаю на месте, восстанавливаю дыхание. Thank you.
Следующее упражнение – это нанесение прямых ударов перед собой. И я делаю тоже два подхода. По минуте между подходами я просто шагаю на месте, восстанавливаю дыхание. И заканчиваю свою тренировку я нанесением прямых ударов перед собой в стойке всадника. И я делаю это на протяжении 2 минут примерно. Более подробно о этой стойке я уже говорила в своих предыдущих видео. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Всем большое спасибо за внимание. Я всем желаю оставаться красивыми и здоровыми. До новых встреч. Пока!